Соседка, пошли ко мне. Я тебе киску дам погладить. У меня же аллергия на шерсть. Ну, я ее побрею. Дура, что ли? Кошку мучить. Действительно, кошку мучить. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Ты бы еще предложила, блин, хером живого человека потыкать, блин, садистка. Что это такое, я не понимаю. А что это за хренотень? Да, ребята, бывают. Я, конечно, понимаю, что это все шутки, но тем не менее, бывают и мужчины, и женщины непонятливы. Ребята, у меня как-то чаечка, как, ну, давно еще попалась, там, ну, почти, можно сказать, в юности, да. Ребята, как я не намекал, она вроде бы как идет на контакт, но таких вот каких-то элементарных, я уже не буду вдаваться в подробности, там какие-то намеков, ну не понимает и все. Вот просто вроде бы как и смышленно, но вот в этом плане что-то у нее какая-то стена. Может быть, какие-то комплексы были. Ребята, пишите, если у вас были подобные случаи.